Филипп Тихо, там, какой-то там тюль на голове, из тюля какой-то артефакт, как-то украшает себя. Это вот я как раз хотел сказать, я просто перескакиваю, из-за вот этого, я просто немножко сейчас в своих этих теориях, у меня же теории завиральные, это завиральные теории, я в них путаюсь, потому что все, например, врать это тяжело очень, знаешь, помнить, что это происходило, ничего там не происходит. В любом случае, конечно, я начал о чем-то, и сейчас опять отвлекся, как говорится, на какой-то хотел вопрос, может быть, спросить вас, вот, если у вас ко мне вопросы, потому что я был с вами честен, предельно честен, я все рассказал, собственно, что вот у меня внутри, как говорится, искренне, как говорится, настроил такую волну искренности, как говорится, вот того, чего не хватает сейчас в современном мире, вот этого, как говорится, доверия, если вспомните рассказ о Володьке, моем друге, в Франции, как в Америке жестко с этим вообще, там очень с этим жестко, а у нас еще есть какой-то, и вот это на уровне доверия какого-то. Но я, это вопросы, конечно, прекрасно, вы пока готовьте вопросы какие-то, если есть, потому что, по мере сил, отвечу, но у меня единственная странность, я не очень проговариваю слова хорошо, я как бы делаю... И оговариваюсь, я часто очень оговариваюсь. Сейчас вот и могут в суд подать, если что-то не так сказать. А если оговорился, например, человек, как-то оговорка, тоже это опасная очень вещь. Я вот погружаю в мир, это опасность, конечно, здесь очень страшно. Хочется вместо хорошего спать, хочется все время спать, чтобы от страхов от этих уйти, куда-то поспать. В надежде. И человек, конечно, очень человек, он романтик, он хочет, чтобы вот проснулся, и там уже новая жизнь какая-то устроилась, подошла, стала, такого не бывает, я так говорю всем ребятам, я говорю, такого не бывает, ребята, то есть надо пожить, как говорится, пострадать, как говорится, и помучиться, вот, помучиться и помирить, вот, это, конечно, очень интересно.